Здравствуйте, это программа «Новосибирская неделя». Крупным планом о самых заметных событиях в городе. В студии Павел Афанасьев. И смотрите сегодня. Торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия. Анатолий Локоть вступил в должность мэра Новосибирска. Неожиданное отступление от протокола инаугурации, а также первые заявления и решения нового градоначальника. Пасху отметили не по-христиански. Покупатели искушали бросовыми ценами на яйца и алкоголь. В итоге сотни пьяных за рулем. Сбиты полицейские, сопровождавшие крестный ход. Горожане устремились жарить шашлыки, поскольку это очень долгожданная пора. После тяжелой зимы хочется выехать на природу. Первомайские праздники для многих – повод устроить каникулы. Где, за сколько и как отдохнуть? Особенности национального сервиса. Итак, о главном. Анатолий Локоть официально вступил в должность мэра Новосибирска. Инаугурацию провели в доме Ленина, что весьма символично, учитывая партийную принадлежность нового главы города. Однако представитель коммунистов заявил, что будет опираться на различные политические партии, даже займется исполнением наказов избирателей, голосовавших за других кандидатов. Для нового мэра сейчас политические баталии не главное, надо решать хозяйственные вопросы. В этом и логика формирования команды. Своими заместителями Локоть назначил бывшего вице-губернатора, а еще раньше вице-мэра Андрея Ксензова и экс-помощника полпреда президента в округе Виктора Игнатова. Комментарий Артема Шершнева. В доме Ленина некоторые приглашенные на инаугурацию стояли не только во время исполнения гимна. Камерный зал филармонии едва вместил всех людей. Председатель городского избиркома Ольга Благо еще раз огласила итоги выборов. Признать выборы мэра города Новосибирска состоявшимися и действительными, считать избранным на должность мэра города Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич. Затем избранному мэру вручают удостоверение. Он произносит текст присяги и с этого момента официально вступает в должность главы города. Устав города. Я, Локоть Анатолий Евгеньевич, вступая в должность мэра города Новосибирска, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Пришедшим напомнили, что за Анатолия Локтя проголосовали почти 44% избирателей. Поэтому мэра не только поздравляли, говорили и об ответственности перед горожанами. Сделать все для развития и процветания нашего города. Сделать так, чтобы Новосибирск, как и всю свою историю, развивался динамично, качественно, формировал здесь особую среду. Доверие новосибирцев – это самое главное, самое дорогое, что может быть в жизни. Это доверие своих земляков. И нет более важнейшей задачи, чем это доверие оправдать. Предшественник Локтя на посту мэра, а ныне временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Городецкий, заметил, что успешность в работе во многом зависит от крепкого тыла, семьи. Поэтому букет вручил жене мэра. Его примеру последовал и председатель законодательного собрания Иван Мороз. Уже в Большом зале мэрии новый градоначальник рассказал депутатам о назначениях своих заместителей. Один из них – Андрей Ксензов. Он будет отвечать за экономический блок. В мэрии он работал с 1998 года, а в конце 2012-го перешел в правительство Новосибирской области, став одним из заместителей губернатора. Общественно-политические и социальные вопросы будет курировать бывший помощник полпреда президента в округе Виктор Игнатов. Вице-мэром назначен бывший соперник Локтя по выборам Иван Стариков. Он возглавит представительство мэрии Новосибирска в Москве. Анатолий Локоть обещает не устраивать кадровых зачисток и брать в команду управленцев вне зависимости от их политических взглядов. Я готов рассматривать предложения от всех. Принцип – профессионализм. Но партийно здесь, на мой взгляд, неверно, потому что это может сказаться на качестве работы. В доказательство своей открытости новый мэр распорядился отменить пропускной режим в здании городской администрации. Артем Шершнев, Марина Аверина и Роман Семенов. Новосибирская неделя.
К другим темам. Пациентов детской мочищенской туберкулезной больницы перевезли в санаторий Ленинского района. Оставлять их в старом здании уже небезопасно, да и в новом после ремонта тоже. Здесь на стенах плесень, ползают насекомые, на потолке следы сырости. Кроме того, не налажена подача воды, электричества, нет системы резервного теплоснабжения. А ведь реконструкцию корпуса закончили всего пару месяцев назад. Ремонт длился больше года, на него потратили почти 200 миллионов рублей. К сожалению, эта задача не только не выполнена, но потрачено огромное количество денег, на мой взгляд, без особого смысла, потому что не была поставлена верно задача, не было верно исполнено, а дальнейшее пребывание здесь детей просто небезопасно. Теперь о событиях недельной давности, но оставивших неизгладимое впечатление. Вот кадры давки в одном из супермаркетов. Накануне Пасхи там продавали яйца по рублю за штуку. Ну и повсеместно объявили скидки на алкоголь. Как результат – массовое пьянство. Последствия заметны по статистике автомобильных аварий и гибели людей. Шокировала, конечно, смерть полицейских, сопровождавших крестный ход. Их задавил пьяный 19-летний угонщик машины. Подробнее Павел Тиунов. Сергей Воробьев и Наталья Каячева погибли от удара неуправляемой иномарки. На полной скорости машина едва не врезалась в колонну верующих. Жертв могло быть намного больше. Если бы не было их, мне кажется, он бы нас всех там снес, если бы не было деревьев. Да что вот здесь стоял сотрудник полиции, он унесло уж туда к нам. Я вижу клуб дыма, и как мужчина летит на меня. Виновник трагедии был настолько пьян, что даже передвигался с трудом. Вы будете давать какие-нибудь комментарии по поводу происшествия? Нет. Пил сегодня что-нибудь? При адвокате буду. Позже полицейские выяснили, что 19-летний Никита Шахов угнал машину во время драки двух компаний. Издалека было слышно, как они идут, кричат, горланят, песни поют и так далее. Насколько они счастливые. Они начали отъезжать, удар по машине. Вышли. По итогу получается то, что меня хватают, ребята вылезают из машины. Чтобы остановить безудержное пьянство водителей, в пригород пришлось отправить дополнительный батальон автоинспекторов. Например, этот мужчина честно рассказал полицейским, что предпочитает напитки покрепче. Вчера вечером, 12 часов примерно вечером, выпил литр водки. Запах просто стоит очень сильный. Но во время процедуры с алкотестером попытался схитрить. Человек пытался засунуть жвачку в мундштук. Избежать административной ответственности. Сколько алкоголя в крови выясняли только у водителей, вызвавших подозрения, то есть каждого второго. Это вчера выпивал, да. А много выпивали? Немного, пива попил. Некоторые, завидев инспекторов, бросались на утек. На случай погони по пересеченной местности в рейд вывели мотопатрули. Иногда, рассказывают инспекторы, преследование едва не заканчивалось аварией. Впереди столб, мостик. Не стал вроде спрыгивать в кювет. Остановился. Вышел, признался сам. Выпивал. Не хотел останавливаться. Продолжил алкотестер. Показало много. Извините, говорит, мужики, праздники. В итоге только за выходные было задержано около 300 пьяных водителей. Это в 4 раза больше обычного. Но впереди, ужасаются инспекторы, длинные майские каникулы. Павел Тиунов, Максим Федосеев, «Новосибирская неделя». Тем временем, в прошлом году региональный бюджет недополучил 11 миллиардов рублей из-за снижения поступлений от налогов на прибыль и акцизов на алкоголь. Резкое падение сборов чиновники объясняют ухудшением общей экономической ситуации. В области 4 производителя алкоголя, выплачивающих акцизы. Все они сообщают об уменьшении производства из-за ужесточения требований к розничной торговле. Кроме того, падение выпуска алкогольных напитков производители связывают с увеличением доли суррогатов на рынке. Между тем, налог на прибыль и алкоголь акцизы составляют около трети всех собственных доходов региона. Предстоящие майские праздники дадут повод отметиться и отдохнуть. Вопрос только, где и как дорого. Для большинства, конечно, на даче. Остальные уже забронировали базы отдыха в области или на Алтае. Кстати, по ценам такие путевки сравнимы с короткими турами за границей. Туристов сейчас заманивают скидками. Анна Кондратенко вот приценилась и даже выяснила, где еще есть свободные места и стоит ли туда ехать. –
Строители торопятся, беседку нужно успеть смонтировать за несколько дней. Уже со среды ее займут отдыхающие. Сезон шашлыков уже открыт, и он открыт буквально с первых чисел апреля, когда только растаял снег. Горожане устремились жарить шашлыки, поскольку это очень долгожданная пора. После тяжелой зимы хочется выехать на природу. За день, проведенный в беседке, клиенты заплатят от 1000 рублей до 3000. Сутки в деревянном домике обойдутся в районе 10000. Но цены новосибирцев не останавливают. На майские праздники половина площадок уже забронирована. В Зельцовском парке цены куда ниже, от 250 рублей за час, правда, выбор куда меньше. В прошлом году здесь разобрали часть беседок из-за жалоб посетителей на клубы дыма и шумные компании. В этом году беседки ждет та же участь. Оставят только стационарные. Посетители парка инициативу уже оценили. Если хотелось говорить о культуре, да, ну вот хотя бы так. Ну пусть люди приезжают, потому что тоже надо куда-то приехать. Я так. Только чтобы не было грязи. Убирайте за собой, люди. В последнее время новосибирцы все активнее едут на природу не только, чтобы жарить шашлык, но и размяться, снять стресс и получить порцию адреналина. Например, вот этот пейнтбольный клуб в выходные принимает до 100 человек. На майские праздники 1 до числа 9 по большей степени к нам приезжают корпоративы. Это офисы, это различные организации, директора пытаются вывести своих сотрудников для того, чтобы получить эмоциональную разгрузку. В 5 часов игры «Войну» компании, к примеру, из 10 человек обойдутся в 5-6 тысяч рублей. Кроме того, точно никто не застрахован от пары синяков, напоминают инструкторы. А для Полины Михайловой поездка на первомайские выходные закончилась куда трагичнее. На базе отдыха девушка сломала ногу, но помощи пришлось ждать долго. Врача на турбазе не было, и пока мы его вызывали, это было в течение 2-3 часов, после того, как меня госпитализировали в итоге, врач сказал мне, если бы это случилось намного раньше, то есть если бы врач приехал быстрее, соответственно, все было, прошло бы намного лучше. Майские выходные могут испортить укусы клещей, еще не просохшая почва и 10-15 градусов тепла – идеальные условия для опасных кровососов. Как нам рассказали в одной из городских лабораторий, в прошлые выходные клеща на анализ принесли около 100 горожан, в основном дачники. Нескольким поставили инъекции иммуноглобулина. С 1 мая лаборатории переходят на круглосуточный режим. В прошлом году мы за май обслужили 880 человек, это мы поставили иммуноглобулин и провели 750 исследований клеща. Но это, скажем так, цифры достаточно низкие, потому что каждый год то идет спад, то идет увеличение обращений. Все зависит от погоды. В этом году, по прогнозам медиков, пострадавших будет больше. Возможно, в том числе по этой причине многие горожане стремятся отдыхать за границей. Спросом пользуются Таиланд, Турция, Египет и последнее время особенно страны Европы – Чехия, Испания, Италия. Безусловно, цена несколько выше, но и европейские, допустим, города, они в этот период более доступны, скажем так, нежели чем в летний период. Но сейчас еще низкий туристический сезон, а значит, отдыхающие могут сэкономить. Цены в ресторанах и в магазинах тоже ниже обычного. Анна Кондратенко, Данил Смирнов, «Новосибирская неделя». А вот порыбачить пока можно только с берега и с одной удочкой. Щука, окунь и ёрш пошли на нерест. Инспекторы рыбоохраны вышли в рейд по водоемам. Акватории патрулируют на катерах вместе с полицейскими. Браконьеров наказывают по всей строгости. Штраф от 2 до 5000 рублей. В Новосибирске будут тренировать кирлингистов. Поклонников этого вида спорта после Олимпиады стало немало. Инвентарь как раз привезли из Сочи. Обувь, щетки и 16 камней, каждый стоимостью до 500 000 рублей. Федерация кёрлинга также взялась обучить тренеров. И уже через 2 месяца всех желающих начнут принимать в секцию. 4 золотые маски получил оперный театр и «Красный факел». Награду самой престижной театральной премии также вручили Дмитрию Суслову в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в постановке «Месса». Золотой маски удостоен дирижер Новосибирского театра оперы и балета. 2 премии получил «Красный факел». Наградой отмечена работа художника по свету Дениса Солнцева в спектакле «Онегин». Эта же постановка получила специальную премию альтернативного жюри. И последние новосибирцы предложили назвать родившегося в зоопарке белого медвежонка Крымкой или Майданом, но самым популярным именем все-таки стала Умка. Вообще же горожане прислали более 2000 кличек, из них выберут 7, а после этого объявят открытое голосование. Такой увидели неделю корреспонденты новосибирских новостей. Вашим взглядом на происходящее можете делиться на нашем сайте или по телефону редакции. Всего хорошего.